Спрятали от меня. Ты куда лезешь? Я к вам не лезу, это вы ко мне лезете. Запах же есть в комнате. Хопа! Зезу, люди. Последнее видео Шералиевича. Завещание есть? Не, сюда не надо. Можете пацаны покушать. Самое главное, знаешь что? Не, я не буду смотреть. Вот ты когда напрягаешься. Короче, нарвался в Ютубе на вот эту запись. Посмотрите, как он за Майкла Джонсона болеет. Вот он и он-то сзади. А вот этот нормальный пацан за меня болеет. Красавчик. То хулигана, смотрите, да он думал, что удушающий прокатит. Понял, нанес. Ах ты хулиган. Сейчас посмотрите, как пацан расстроится. Ай, все как радуются, да? И вот он обиделся. На него смотрит. Чё ты, братишка, не расстраивайся. Вот он, кто за меня болел. Красавчик. Вот это парень. Найдите, да, по-братски. Кто знает, напишите мне в директ, как его найти. Ему тоже что-нибудь скажите. Я газовал, я прорвался. Да, одно лишь прошло. Вот это голос мой не из меня, как если так. Смотри, какой вопрос. Химический? 13 раз, брат. За год меня ЮСАДА проверил 13 раз. Вот с моей стороны это был глупый вопрос, но в адрес Хабиба. Ну ничего, я просто так газанул для вас специально. Вот один момент, ты когда бил его на полу, и почти 3 раунда, ты понял, что у него нет вариантов двигаться, защищаться, и он же не тянет с тобой. Что ты чувствовал? У меня в душе было, знаешь как, каждый раз я когда бил, я хотел сказать всем, кто сомневался, что вы, где вы смотрите же обязательно. Я надеюсь, вы смотрите это. Надеюсь, Конор там в раздевалке смотрит это. Хабиб, не мог не заметить твой бомбовый костюм, вот вопрос, ты сам играл? Нет, честно сказать. Нет? Брат, он говорил на Алимага. У него вкус лучше, чем у меня. Пару слов моим подписчикам. Одна просьба моим подписчикам, к нему не переходите. Подожди. А репост сделаешь? Если там искаженный мой голос не будет сделать. Да, все, порешали. Нет, такой чисто братский момент. Брат мой, отпиши тебе за все. Смотри, я бутылку, я поставил эту монетку вниз под бутылку, сейчас она внутри окажется. Посмотри отцу сверху на руку.
Ассаламу алейкум. Это наш министр Дагестана. Молодежи. Я уже побегал, брат, я вниз сейчас поеду. Все, брат, тебе удачи. Коннор, ты что, с коня сбросился, что ли? Ты знаешь? Макгрегор. Давай, хай, Макгрегор, Макгрегор, бля. Коннор, кентаврик, бля. Подожди, я что, дух поймаю. Эльда, ой, на ост. Эльда, бля. Если в первом раунде Марк Хант не уронит, я делаю 100 брося. А если уронит, Урбан делает. Все. Вот только бой начинается. Я не знаю, давай, пошел. Считай. Это что было, пацаны? Я случайно угадал, случайно. Она сейчас с тобой знакомится, брат, отвечай. А? Мол, ты ее не видишь, да, и стал. Только ее не выпускай, смотри. Посмотри, пошел. Посмотри, как она цель. Она сейчас тебя будет смотреть. Не, она ничего не сделает, если она. Отвечай, я сейчас к ней подойду потом. Давай, дай мне перчатки. Я не могу. Without English, he cannot like promote himself. He needs English. Мою конюшню видео, да? Ты мою конюшню видео, да? Тихо, Исаев! Стой! Давай, иди. Не бойся, иди. Иди, не бойся. Реал. Реал отдыхает уже. Какой Реал, тут плов лежит. Давай! Саба, тут пацан выскочит с тобой, хочет вес, я его чуть торможу. Я тебе на аварский переведу потом с американского. Он у тебя понял. 900 очков. 900 очков. Хабиб, ты молодец, конечно, но я тебе один лучше не встречаться. Ты хороший парень, ты хороший боец, но со мной тебе лучше не встречаться. Не тягайся со мной, братан. Своя дорога у тебя, у меня своя дорога. Михаил Галустяна к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Как проходит ваша подготовка, Михаил? Нормально проходит. Как вы считаете, вы готовы к бою? Михаил, вы готовы к бою? Ты заебал, блядь! Михаил, ваш спарринг-партнер Максим Давыдов. Как вы? Михаил, вы готовы? Однозначно! Alright, go! Ha ha ha!
полностью, брат, газон. Пошел. Не фулмаут, фулмаут. Hey, hey, what's up, brother? Look, look this guy. Look this guy, brother. Look, look, look this guy. Wow, and you. Запускай там. Эй, стоп! Вот это будет внучка, это я говорю. Дэна, you on live. You on live. Yeah. Live. Kyrie, baby. Khabib time. What's up, bro? Dela, what time is it? Khabib time. Конор Макгрегор. Number 4 rank, lightweight contender in the world. The... Come on, baby. Kick this fucking guy's ass. Let's go, DC. Ah! Fucking guy has nothing for him. Hey, Sajid. My man. Hey, I want to see you again. Maybe next year I go to Mahashkala. I go with you and your family and your house. I want to talk to you. I love you, bro. I love you. I have good time with you when wrestling. I was time with you and in the Mahashkala. I have good time. God bless you, my man. God bless you. Сажит, он говорит, я говорит, люблю Махачкову, я люблю тебя, говорит, я счастлив, что много времени провел с тобой, на борцовское время с тобой провел. Хочу приехать в Махачкалу, говорит, к твоей семье. Короче, всем спасибо, говорит. Говорит, что любит Дагестан. Ромелу. Опа! Call me a bitch! Hey, now I know what this means, yeah, he bit. Hey, motherfucker, we don't know. I don't say this. They kept telling me to say, yeah, he bit. Had me calling myself a bitch. That's messed up. For weeks. Bullshit. You make me call myself bitch. У этого что было? Нет, как его зовут? Цупьянова же это. Погасри! Нет, другой! На берегу этот. Давай дальше другой делай. Дальше я это слово даже не знаю. Подожди. На берегу что там было? Закат. Каспийское? Море. Нет, другой. Каспийское. Груз. Нет! Каспийское! Озеро? Нет! Озеро? Ну вот это! Рио-де-Жанейро, да, что? Нет! Да. Время!